Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня мы выходим в интересном формате. Если беседуют, а это бывают писатели. А сегодня два фольклориста из Казахстана. Булдыбай Анарбай Сагиулы, доктор филологических наук, профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби, академик Международной академии Шыңғыс Айтматова. И Наева Алевтина Ивановна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Республиканского центра народного творчества Республики Алтай. Очень рада, что вы у меня в гостях. Наш Иннокентий Васильевич Пухов. У него было сравнительное изучение Олонхо Мадайкара. Это книга, изданная в Институте мировой литературы. И за ним уже была издана наша Олонхо «Строптивый кулункуллустур». Это вот два академических издания. Есть, наверное, в каждом уважающем себя семье якутского интеллигента. Ваш эпос бесграничный. Слышала, как поют в фестивалях. Ездила в 2007 году в Калмыкию. Там были казахские жерши. Мы собрались здесь, за этим старинным столом, чтобы поговорить о древнем эпосе. Как вы свой жизненный путь связали с эпосом? Мы с малых лет выросли в сельском местности, слушали все это фольклорные обряды. Вот. Бесик жырыш, нас мать спела нам. Тойбастар, беташар, айтыс – самый знаменитый, самый распространенный вид фольклорного состязания. Когда мы поступили в университет, мой учитель, академик Тұрсынбек Какшев, как-то на пятом курсе я бегал по коридору, готовил диплом, хотел взять тему дипломной работы. Он меня поймал, говорит, иди сюда, Анарбай, говорит. Я подошел, Тұрсынбек, что? Вот этот старик, рядом стоял, такой дряхлый старик, большим портфелем, таким наполовину порванным. Вот этот старика, говорит, ты поговори, возьми у него все материалы, напиши вот по этому материалу, он говорит, дипломную работу. Чего будет руководителем? Темиргали Нуртазин, академик, говорит. Я думал, ладно, сначала посмотрю. Оказалось, это материалы, весь фольклорное богатство севера Казахстана. Я сам южный Казахстан, Семиречье. Сейчас вот, наш президент Касым-Жомарт Тоқаев. Мы с одного района, с одного жуза. Наш жуз называется Жалайыр. Это Жалайыр, во всех народах есть такой жузы. И я, когда посмотрел там все материалы, там были все обрядовые песни, написал дипломную работу. А это старик кем оказался? Он это старик. Или кто он? Вот старик, интересный старик. Ага. Долго год работал редактором районной газеты. Потом был редактором газеты железнодорожного, железнодорожника. Но старик всю жизнь собирал этот материал. Мы закончили университет, и нас распределяли по степям. В это время казахская литература никому не нужна была. Казахские школы закрывались. И меня послал на Западный Казахстан учителем какой-то сельской школы. Ну и уже я был семейный, не хотел уехать. И в это время опять вот этот мой какой-то спаситель Тұрсынбек Какшев встретил меня. И мы идем где-то 8-9 кварталов и приходим в Академию наук. Смотрю, там сидит наш знаменитый ученый, партизан, бывший министр образования, когда-то председатель, когда-то был председателем Союза писателей Ади Шарипов. Когда заканчивал этот университет, по материалам того старика, написал одну статью. А Тұрсынбек сказал, вот как он против Мағауина статью написал. Я испугался, я сам не видел эту статью. Я думал, что даже не знал, что Мұхтар Мағауин там работает. Да, пусть говорит, с Мұхтаром говорит, тогда спорить говорит, отправьте в это. И в это время заходит, ну, худой такой. Кажется, это был профессор, доктор наук Мырзабек Дүйсенов. Мырзабек говорит,
А так вы всем, говорит, молодых это, привели ребят, говорит, всем отделам отдали, говорит, отчет у нас, жамбловедение, фольклористика, говорит. Токало, что ли, авторы жены, что-то родился, говорит, почему? Он говорит, вот это время. Вот и я так стал фольклористом. А вы как пришли? В 10 классе выиграла на Олимпиаде первое место. На экзамене мне сказали, чтобы я поступила именно на филологический факультет. Я поступила, и там я встретила своих научных руководителей, Сергея Сергеевича Каташа. Он защищался тоже по эпосу. И Нину Николаевну Суразакову. Со студенческих лет я собирала материалы фольклорные, ездила на экспедиции. Даже посмотрим, масленицу через огонь прыгают, да, или там Иван Купала, и вот. Но если мы там автоматически выполняли вот эти обряды, не спрашивая, почему мы это делаем, почему засорять огонь нельзя, почему в чистоте держать, а сейчас, на сегодняшний день, мы подрастающему поколению, молодежи должны доказывать научно обоснованными знаниями, почему квантовая физика доказывает, уже научно обосновала, что все состоит из огня. Поэтому наши предки оставили сакральные обряды, которые в нем зашифрованы именно природные человеческие законы. Человек является частицей природы, частицей космоса, и они, поклоняясь огню, поклоняясь солнцу, они признавали себя частицей природы и не нарушая законы. А на сегодняшний день мы говорим, что это экологические проблемы. А как это происходит? Вот это интересно зрителям. Это связь человека с природой. И человек не может существовать без огня. Человек не может существовать без чистых вод, рек, да? Мы поклоняемся и священной Алтаю. А священный Алтай это ассоциируется, что это пространственно. Это священная Якутия, священный Казахстан. Любая земля, она священна. Но мы почему поклоняемся? Мы потому что призываем те силы и магией слова Алкыш через благопожелание. Мы спрашиваем и умиляем духов. И поэтому и у нас одухотворена природа. И вот одухотворенную природу ежегодно весной и осенью, выполняя вот эти обряды, народ именно, чтобы не было никаких катаклизм, не было наводнений, не было войны. А вот почему благопожелание? Потому что в благопожеланиях сила слова. А силой слова можно и воскресить, можно и убить. Поэтому мы молитвы читаем, каргыштар не произносим. Мы в 19 веке приняли ислам, и несмотря на это, у нас до сих пор верование тенгризу очень распространено. Например, прежде чем зайти в дом, новую дому, мы обязательно огнем его Аластаем. Если да, приводим невестку, она прежде чем зайти в нашему дому, она наливает огню
масло. То есть все у него, что было плохо, так остается. То есть мы не перешагнем через огня, мы не наступим на золото где-то. То есть вот таких у нас много. Вот почему я как тебе считаю очень древним? Я вот якутских ученых, вот, действительно, Аюнский умер раньше, это 27-м году где-то, я его дочку видел. Светлана Платоновна? Да, она, у него у меня до сих пор есть автореферат. Она была подружкой нашего большого ученого Розгуля Амралиевна Нурмагомедовой, который написал диссертацию про Хабланду Батыр и опубликовал серию «Эпос мира СССР». Вместе с Китаешь Покровской написал. В 80-м году попалась тема такой. Епископское сказительство казахского народа. Еще мне выпала такая честь вести 5 лет передачи «Народное сокровище». И тем более у нас два параллельных отдела, вот жамбловедения и фольклор, в это время какой-то бы после застоя у нас начали приходить очень много людей, приходить люди, которые исполняли вот это, ну, носители все эти. Поэтому мы были такие богатые материалы нам на руку принесли. Мы не успевали это все делать. В это время, как раз в 80-м году, вместе с консерваторией решили провести музыку эпоса мира. Там был ученый Саида Эляманова, до сих пор она жива. Алма Кунанбаева сейчас живет в Москве, жена Земцовского, знаменитого ученого, который живет в Америке. Вот вместе с ним хотели провести, искали все это. Маленькая вот такая была книга Пухова. И еще был сказитель Емельянов, по-моему, это маленькие вот такие. Вот, да? Две книги больше про Аланхова, про Якутию, мы ничего не знали. Ну, знали, да, как республика, Якутию никого не можем найти. И вдруг Дмитриев нам привел Колю своего Каратаева. И когда мы слушали это Аланхова впервые, тем более вот Колю, вы знаете, как он пел, он же с другой стороны артистом был. Он все эти мимические, вот как у него костюм какой, вы знаете, вот это. Обычно вообще якутская, когда костюм одеваете, и женщины, и мужчины прямо не узнаешь, переворачиваются они. И мы это записали. Тогда вот, ночью после 12 часов до 5, до 4 ночи мы записали в подвале оперы, балета, театра это записи. Я был членом худсовета, несмотря что я молодой еще. И вот это Нургум Батыр стремительный. В 5 дисках и 5-й диск его пояснения записали. В это время только в Москве его тиражировали. Мы очень близкие родственники. У нас вот, алтайские, я вот смотрю, Кыпчакские ветви, Угусские ветви, Якутские ветви, это там еще Кулков. Ну, конечно, там фонетическая разница это есть. Но когда смотрят это корни слов, почти что где-то 40-50% с вашими словами, наша лексика так похожа. Аланхо – это жанр, да? В трех мирах. Верхний мир, средний мир, нижний мир. Это есть киргизские эпосы. И у нас казахский, он сохранился, Иртыштык есть у нас такой. Это сказка. В трех мирах. Сказка написана стихами. Когда Нургум Батыр слушаю, смотрю, это у нас тоже самые все сюжетные, такие композиционные, все это повторяется один за другим. То есть выходит, наше эпическое все богатство имеет корни одни. Потом мы добавляем свою историю. Почему казах очень много таких эпических произведений? Потому что мы пережили очень много исторических так, событий. Например, это у нас есть мифологические эпосы. Это мифом связано. Вот как борьба трехголового дракона, борьба с жестернаком. Жестернак это у вас есть такой жестернак? Не знаю. Это женщина, которая длинными ногтями. Железные это у него ногти. С ним борется наш батарей. Это женщина нижнего мира у нас. Вот, да, нижнего, да. Ну, у нас в нижнем мире, чтобы победить это всех нечистот, Батыру помогает, ждет его Коль Таусар, то есть
человек, который может выпить весь озеро. Ага. Ждет его человек, который может подвинуть одну гору с одного места на другое место. Может он обогнать любого человека в сети. И самое интересное, вот вчера рассказывали все эти, нас помогает это харакуш. Харакус. Вот волшебная эта птица. Черная птица. Вот, это. Ага. Вот что интересно. Чтобы поднять его, сначала вот как он... Это куш хочет убить этого батыра, ага. Потом это его птенцы это его выручают, говорят, что он их это, сохранил от этого дракона. Вот. Ага. Потом, когда вверх поднимается, тоже дают мясо. Вдруг мясо кончится, он берет с бедра, дает мясо. А вот здесь вчера якуты говорят, не только мясо, еще глаза дают. У нас глаза нету. Это, вот. Видите, столько у нас сходства с этих эпических произведений, нашей истории, наши традиции, наши исполнения. Мен билгенди билдин би айланайын ирманас тетигинде көрүнгөн кайнап жаты бөлүнгөн чепбегинде потом вот горловые песни от якутов, алтайцев, хахасов, тувинцев. И это у нас тут сохранилось. У нас одна школа, сардаринская школа, это оғызовское племя. Вот сохранились горловые пения. Но у нас горловое пение не так, вот якуты, сначала, а у нас нет, сначала четко текст высказывает, поет тот текст, потом вот, уже начинает сопровождать долгим горловым сопровождением. Там текст нет, просто от горла. Вот, то есть, видите, вот, у нас фольклор – это самый... Тут у нас, что у нас сближает, что у нас сейчас доказывает, что у нас корни одни, это наш фольклор. Поэтому вот любое эпическое произведение посмотришь, это очень интересные вещи. И потом второе интересное вещь вот, в связи с Аланхом. Я вот последний год все Аланху слушаю, все эти. Вчера приходит мне парень, говорит, я два Аланху вот, сочинил, и два хочу еще сочинить меня. Юра Борисов. Да, да. Ага. Я говорю, как это сочинил? Это невозможно сочинить. У нас есть, например, это эпическое произведение. Ага. Его сейчас его изменить, сочинить невозможно. Его только можно петь можно. А кажется, здесь есть вот можно сочинить. Это что означает? Потом я подумал, да, народ в связи с климатическими условиями сохранили свою отдаленность, может, используя сюжеты, старинные сюжеты, сочинит Аланху. Это, знаете, вот как-то это возвращение тому веку, который наш родовое эпическое произведение появилось, религиозные эпические произведения появились, исторические эпические произведения и мифология. Там и мифология есть. Это очень интересные вещи. Вот я сейчас готовлю большие работы. Почему я вот сейчас вот последние годы постоянно ни одно не пропускаю, но и с другой стороны меня это приглашает, где вот про исказительство, эпических исказительств всех народов проходит конференции, вот такие фестивали, меня везде приглашают. Я постараюсь ни одного не пропускать. В 1978 году молодой Илларион, 30-летний Владимиров вместе с Кузьминой, бурятка, который сейчас работает в Новосибирске за отделом фольклора, приехали в Казахстан со своими портфелями, со всем такого, какой он был тогда и сейчас такой же. И защитились у нас. Вот я хочу использовать их. Потом в Кыргызстане есть большой ученый по манасоведению, Мапанасу, сейчас замминистром стала Оразбекова Жылдыз Калмышевна. А вот в Монголии есть Алима
Аншлу, вот фамилия у них, которые мы в Узбекистане, Жабор и Шинкулов. Сейчас мы готовим большой проект эпический сказитель тюрко-монгольских народов. Первый генезис, откуда вы появились? Вот сейчас вы говорите, Алонхо, откуда появились? Что такое Алонхо? Откуда Алонхо-суд появились? Почему не Ра? Почему, откуда ушло Ра? Вот я знаю, что это назвал когда-то. Откуда монаши появились, когда-то были жомохши? То есть генезис света типов. А когда ищет, вот алтайский этот, кайчи, кай, туль, тульчи вот это монгольский все эти. То есть почему еще только монгольских? Монгольских народов 70% это тюркизм. Это никто не скрывает. Вот у нас и сейчас пишет, сейчас у нас в Казахстане даже доказывают, что Чингисхан это тюрк. Ну, это же, конечно, спорный вопрос, еще надо доказать. Но тюрко-монгольский народ. Второй вопрос – типология. So aruk sulajar ilajik sulajar kutugras baran chay batur diamen. Любовь к Алонхо народа. Это вообще, знаете, вы так и должен людей возрождать, по-моему, так и людей должен воспитывать своих детей, внуков. У нас горловое пение же утратилось. У нас вот это вот то, что в Алонхо это кылах называется, форшлаг. А горловой утратили. Горловое пение у нас сказители, которые исполняли традиционные тексты под аккомпанемент топшура, то есть музыкального инструмента, который состоит из двух струн. До 70-х годов они вот традиционные, именно сказители кайчи, их было много. Они из уст в уста передавали. Я работала с исследователем-фольклористом Таныспаем Бахсыровичем Жинжиным. Ему на следующий год будет 90 лет. Его идея была проект межрегионального курултая сказителей. То есть это современная форма исполнения сказительства на основании традиционного сказительства, которое умеет Таныспай Бахсыровича. И он создал школу при колледже культуру, и он набрал учеников, и он некоторым посвятил, а некоторым он обучил горловое пение. Горловое пение я много раз слышала, да? Ага. Это предваряет, да, вот ваш эпос? Или это для чего поют-то? Если это авторский текст, этому сказительству этот текст приходит, это генетически в стихотворной форме приходит.
когда горловым пением, вот именно гортанным или там горловым мы называем, и текст, но текст у нас сейчас на русский переведены, 18 томов, но и переводится. А именно вся суть в этом исполнении, что оно вибрационно получает, если они в том веке получали вибрации какие-то космические, они передают людям, когда они именно исполняют горловым пением и через дабшур, и они излечивают даже народ. Те знания, опять же, да, из эпохи в другую эпоху, из поколения в поколение, они могли передать устно. И здесь есть иносказательно такие закодированные знания. Там история наша, как она территориально она уходила, да, как они друг с другом воевали, как они освобождали свою землю. И в лице одного героя, батыра, вот Мадай Карай, с рождения до окончания жизни, человеческая жизнь сопровождается обрядами. В этих эпосах закодированы, зашифрованы знания, которые поможет всему человечеству. Мадай Кара, вот сам этот эпос, чем заканчивается? В конце богатыри же превращались или в звезду, или уходили. Вот так, потом да, они покровительствовали свой народ, например. Вот, богатырь у нас рождается, потом он стремительно растет, женится, и тут же нападает на его страну, на государства другие, и он освобождает. И вот этих трехмирье действительно, оно у нас параллельный мир, или сейчас называем современным языком. Да. В эпосах есть трехмерие, и оно, он, этот богатырь, ну, не с добрыми борется, а с добрыми тоже договаривается. Борьба добра и зла, и добро побеждает. О горловой песне. Угу. Это непридуманная вещь. Угу. Это наш президент недавно, когда выступил послание, нам всем казахам сказали: ученые, обратите внимание, Алтаеву, Саянову. Мы выходцы оттуда. Uh-huh. И вы тоже выходцы из Саяна Алтая, мы тоже выходцы. Весь Турки, вот это вот Азербайджан. Все мы выходцы из Саяна. Когда великая миграция народов был на Среднюю Азию, мы двигались, вы сюда двигались. Потом приехали, вот все мы поселились. Как это, Сырдарьинском, вот это все, это южно. Потом турки дальше ушли в сторону Балкана, мы в сторону Семиречья. Это были больших два племени, оғызских, пчахских. Оғызские племена сохранили традицию горлового пения. Mm-hmm. Ну, это указ уже народа, потому это, знаете, немножко переборзались. Uh-huh. Например, у нас в первую очередь ставит вопрос исказитель, чтобы он четко донес текст слушателю. Uh-huh. Когда я слушаю, ну, вот, других, вот, например, алтайцев, все эти, я много текст не могу понять, uh-huh. потому что все вот это горловое эти сопровождение глушает надо. Uh-huh. А у нас учитель говорит, сначала это текст, это потом он начинает горловое сопровождение. Uh-huh. Вот этот горловой песни сохранились выходцы из оғызского племени. Оғызского племени. А кабчахское племени, uh-huh. на котором мы находимся, uh-huh. у нас совсем другое здесь пение. Uh-huh. У нас нет, у нас более лиричные, uh-huh. более такие воинственные все эти. И кабчаки уже, честно говоря, трехмирные вот это сюжеты начали забывать. Мы боремся в среднем мире, потому что у нас враги все в среднем мире. У нас главный враг Кызылбас, это иранцы. Uh-huh. У нас главный враг Жонгар, Калмак, это все это все. Вот, например, Радовом, Кобланды, все это борется
кызылбасым, иранцами пытались это. Потому что, знаете, это, потом вот алпамыз, вот кыргыз говорят, манаш, это есть тоже один из алп манаш. Алпамыз у узбеков, алпамыш у казахов, алпамыз. В Алтае тоже вчера кто пел, это алпамыз, это пел. То есть каждый народ, когда вот мы начали вот, расселяться по Средней Азии, вот туда, дальше, мы сохранили свои вот эту манеру исполнения. Потом потихонечку мы его приспосабливали своему жизнью, своим традициям, все эти. У нас, почему у нас ислам, быстро мы в 19 веке ислам приняли, почему ислам быстро был принят казахским народом, другим? Потому что мы приспосабливали его свою традицию. Ислам нам не помешал, что мы верили тенгри. Мы, вот мне мать 80 лет жила, вот, где-то 80-е, 90-е годы, всегда говорит, тенгри жарылкасын, тенгри благословит. Куда жарылкасын? Вот параллельно использовали. Поэтому эта горловая песня – это сохранение наших вот, очень древних традиций. А потом уже изменение вот, каждому народу – это уже времени, это, суть времени вот, наше. Конечно, это сохранить это… многие народы не сохранили свои эпические произведения. Почему? Потому что был запрещен. Сжигали. Ну, якуты тоже сжигали же. Все, Аланхо, все прямо это, как вот когда-то. Аланхо не сжигали. А. Сжигали вот книги Аюнского. Аюнского. Ну, это да. Же Аюнский же создавал все Аланхо. Ну. Он собирал весь Аланхо, сделал вот большую книгу Аюнского. Я все Аюнского просто полностью прочитал. Я знаю, как он это создавал, как он все это сделал великим Аланхо. Вот. У нас тоже в 1938 году сжигали, враг народов нашли. Это у нас великий жут, голод. Были времена такие, чтобы, потому что все религиозные, что было написано на арабском языке, тоже сжигали. В это время ушло у нас много у нас богатство, наследие наше. Ну, это хорошо, что казахов побольше, но мы распространены тоже. Вот русская приходит, нас хочет крестить. 10 дней, через 10 дней здесь пастбище заканчивается, мы перекочуем на другое место. Русский сам с нами не может, поэтому мы сохранили свою религию. А почему якуты быстро на христиан приняли? Потому что они оседлые были. Вот. Поэтому, знаете, это все исторические такие события, историческими связаны с этим. Вот сейчас я кого-то винить, кого-то что-то сказать, конечно, нельзя. Но вот это сохранение традиционных, например, исполнений песни кыпчакской, оузской, тюрки тоже так же поют, они корогло поют же, корогло. Вот, действительно, они поют все эти, туркмены так же поют, у них это все. Вот, например, корогло у туркменов, турков, казахов, узбеков, многих народов это короглы, да. Я всегда, я вот учил спрашивать, а почему вы ислам не приняли? А Василий Васильевич говорит, а мы не могли, потому что арабы, говорят, сюда не могли прийти, они замерзли бы мы. Поэтому, знаете, это в связи с этим каждый народ своим историческим положением, географическим положением развивались по-своему. Вот сейчас, вот почему сейчас возрождаем. Это хорошо, еще мы будем искать, мы приходим к одному выводу, что мы очень близкие народ, родственники. Это сейчас мы это приходимся. У нас, например, никогда женщины не были сказителями. Да. Вот. Якуту тоже так же. Да. Были. И Каратаев все спутал, между прочим, вот так говорят. Теперь у нас появились сказители женщины. Да. Но... вот якуту смотрю, половина все значит, да, все женщины. Вот правильно заметили. Вот еще у нас какое? У нас еще такое интересное. Наш батыр никогда не побежден не бывает. Ага. Тем более женщины. Да. Да. Бывают вот кобланды, когда и кобланды, основном кобланды, врачают это зиндан под землей, это харла.
вот он уже, когда приходит в свою эту родину, он игнорирует это харлы. Харла не выдерживает, берет копье, все эти, и выходит на единоборство, это Кобланды. Когда Кобланды уже должен был ушел пасть, вот, быть побежденным, прискакивает его жена, это Куртка, и это Кобланды возвращает, и харлы берет второй женой. То есть они уже становятся как родственниками. Поэтому, знаете, вот сейчас время такое, то уже женщины это, пошли сказителями. Ага. А раньше считали, что это нельзя. Так не было, потому да, что да. Это священный. Да, это да. Дух тебя накрает. Да. Даже мужчины, не каждый могли бы. Сначала благословение получил своего учителя. 123 Алонко. И много там женщин. Только Каратаева... Кыздабелье, женщиной героем. И у нас тут появился Андрей Исаевич Борисов, гений. И он поставил это на сцене. И пошло, что женщина у нас Олонхосуд, женщина у нас богатырь. В Олонхоже Нюргун Батуре встречается только женщина одна, богатырь, и то, когда она влюбляется, все уходит, она становится обычной женщиной. Я смотрел, у вас женщины побеждают мужчин. Да. Это вот с Олонхо многие головы. Я же говорю, Каратаев спутал. Традиционно у якутов не поощрялось, чтобы человек пел, пока он не состоится. Он состоялся как... Семьянин, как отец и так далее. После 50 он уже начинает это петь. Физиологически. До этого ему как-то запрещалось. Говорили, что ты счастье свое пропоешь. Поэтому они боялись. Действительно, это очень священное и сакральное действие. Поэтому вот такое вот было. А то, что женщина-герой-богатырь, это пошло от Каратаева. У него только в Олонхо есть это. И это мы распространили, это мы продвигали и так далее. И получилось, что у нас сегодня сказительница, молодая сказительница, она девушка. В прошлом году она, конечно, очень мощная. Отличная. Но эта тема у нас открыта, тема, которая ждет, наверное, своего изучения, мы всегда будем преклоняться нашему эпосу, нашему Мадайкара, Кабланды Батыр. Я очень благодарна, что вы сегодня пришли, раскрыли. Я узнала некоторые подробности вашей традиции. Спасибо. На этом наша передача заканчивается. Спасибо за внимание. До следующего эфира.